меня зовут Роман Жарков, и сегодня видео немного о плоской Земле, а в основном о том, как может возникнуть вот такая магия, что я называю организованного бреда, и почему это так сильно на людей влияет. Почему можно вот взять что-то такое, выдумать, громоздкое, логичное, и это, знаете, начинает оказывать сильное влияние на человеческие умы. Как так? А суть проста. В миллионах и миллионах умов, голов, людей на самом деле такая каша, такой хаос, что когда на горизонте появляется что-то хотя бы немного более упорядоченное и особенно громоздкое, уму это нравится, и его это впечатляет. Это, знаете, словно сила. В этом и весь секрет. Далее я буду просто это сейчас разъяснять, если вы сразу не уловили или не ощутили. Просто когда мы этого не осознаем, это же все бессознательно происходит. И неважно, человек, что он воспринимает, теорию плоской Земли, еще что-то, или он увлекся вот там оккультизмом, теософией, еще чем-то, и там у него невероятное построение в голове. Или он начитался какой-нибудь там Друладом Мелхиседека или Розу Мира. Человек... Но он потрясен, насколько там все так логично, выстроено, упорядочено. За этим должно что-то стоять. А производит это в первую очередь такое сильное впечатление, потому что в голове у большинства просто каша, хаос, неуправляемый. Сейчас же вот очень популярно, да, знаете, как тайм-менеджмент, организация своей жизни. Но почему это такую популярность имеет? Потому что, да, большинство людей, кто хочет жить как-то эффективно, они понимают, что, блин, все, что нужна какая-то дисциплина, самодисциплина. Нужен какой-то распорядок или график, какие-то правила, чтобы просто успевать жить, чтобы успевать сделать больше. Когда у нас негативный вкус к жизни, например, нелюбимая работа, все как-то не нравится, не так, как мы хотели бы, не так, как мы мечтали бы, то мы все время живем в негативе, как в отрицалове, да? Это все как в обязаловку, ты сходил, поработал. Вот одна драгоценная подписчица, я так понимаю, уже бывшая, похоже, она отписалась. Она, получается, как кришнаитка, да? И хотя ей нравились мои видео, она все-таки была не согласна. Думала, что Турсунов, может быть, и продолжает думать, что он хороший, что лечит корой и камнями от спида, рака и шизофрении он на самом деле. Может быть, чуть-чуть там что-то не так все гладко, может быть, это я просто не так что-то понял. Что если президенты каких-то храмов кришнаитских занимаются пидорастией, что это просто человек такой плохой попался. Но я ей когда-то обещал сделать видео, она меня спрашивала, если вот Роман, да, если вы против каких-то ведических инструкций, что нам указывают жить по указке, да? А многим это нравится. Встань в 6 утра, сделай то-то, потом так-так, мужчина должен себя вести так, женщина сяк. Хорошо, а приведи пример антиведических инструкций, да? Как же это так жить? А вот как. Когда нам что-то очень интересно, и нам это нравится делать. Например, мне нравится YouTube-канал вести и развивать. Для начала регулярность, например, контента, да, хотя бы 2 видео в неделю, еще что-то. И я понимаю, что мне начинает не хватать времени. То есть я все от большего отказываюсь. Меньше, допустим, смотрю сериалов, уже не помню когда, очень редко. Я люблю смотреть сериалы, но мое сегодняшнее дело, оно все равно интереснее.
Поэтому я просто начинаю просеивать. Я уже смотрю только что-то, что мне совсем хочется посмотреть. Выделяю для этого время. Мне сразу хочется... Ну как, на сон тоже нельзя, да, мало времени выделять, надо высыпаться. Но я начинаю задумываться, что, может быть, да, лучше пораньше лечь, пораньше встать. Только ради этого. Чтобы эффективнее действовать. Потому что мне надо и снимать, и монтировать. Это все очень много-много времени. Я начинаю задумываться, а как же мне это выполнить быстрее? Как минимизировать эту работу? И все. То есть, когда мы в обязаловку, например, мы там в армии служим, или когда мы, ну, на работу ходим, там, пусть не любимую, но она нас сразу, у нас создается график. Нужно во столько-то встать, чтобы во столько-то прийти на работу, во столько-то будет обед, во столько-то работа закончится, нужно отдохнуть, подготовиться к следующему дню. Все естественным образом. А если вдруг такой период у нас в жизни, что мы более-менее свободны, то мы можем либо просто это, как, ну, типа прожигать, да, наслаждаться жизнью, не знаю, что делать, просто кайфовать. А можем кайфовать, какое-то дело у нас любимое. И когда у нас есть любимое дело, чем больше мы хотим сделать в этом, добиться каких-то результатов, ну и естественным образом, да, приходит какое-то своего рода расписание, инструкция. Исходя из этого, и мы понимаем, что лучше. Потому что нужно уделить время и здоровью, и самому делу, и питанию, и сну. Хочется быть более эффективным. Ну и все, да, естественным образом это начинает выстраиваться. Конечно, ни хрена не толком, да, не получается. Иногда потому что мне приходится поздно лечь, потому что я понимаю, что вот сейчас самое время. Завтра кто его знает, да, что будет. А сейчас я могу сделать то, то и то, и то. Я сейчас подумал, поскольку в названии видео будет «Плоская земля», потому что меня драгоценные подписчики просили про плоскую землю поговорить, то, наверное, набегутся сторонники плоской земли. Слушают, слушают, а где плоская земля? Но почему, может быть, немножко непонятно сразу будет, что я вот сказал, что в голове хаос, и когда на фоне этого хаоса появляется что-то более упорядоченное, это начинает производить впечатление чего-то такого ого-го. Почему это может быть сложновато сразу понять, въехать? Потому что несмотря на то, что у людей в голове хаос и каша, они этого не знают. Мы этого не знаем. Мы думаем, что у нас все нормуль. Это выясняется только при таких упражнениях, когда, знаете, вам говорят, сядьте, ну как говорят, вы сейчас можете сесть спокойно в тишине и 30 минут, допустим, записывать все, что вам приходит в голову. Весь ваш вот мысленный поток, который естественен для вас. Как вот вы обычно сидите, сейчас вот я думаю, да, о том, что надо какие-то дела сделать. Сейчас вот я вспомнил там человека какого-то. Сейчас мне неприятно, потому что завтра предстоит то и то. И все это как-то вкратце фиксировать, для себя понятно. Не заморачиваться, там простыню писать, потому что тогда ты начнешь увлекаться этим, этой мыслью. Так фиксировать, рисуночки где-то рисовать, чтобы потом примерно вспомнить, о чем вы думали. И вот люди, которые выполняют такое простое упражнение, если они все сделали как без самообмана, да, искренне просто за собой последили немножко и как-то это зафиксировали, то они просто понимают, что это каша. Есть даже упражнение, да, в психологии, что, в принципе, эту кашу можно потом разделить. Ну, как минимум, на три субличности разные. Ну, там, по Бёрну, да, или по кому там будет, взрослый ребенок, еще кто-то, или родитель. В других системах это можно свои имена давать, потому что все мы немножко уникальны, все мы различаемся. Может быть, больше субличностей. Ну, то есть, понятно, да, кто-то будет думать о делах насущных, о том, как что-то выжить, поддержать, какие-то задачи сделать, такое, что называется, такое взрослое, да, адекватное отношение к жизни. Кто-то там будет что-то вроде романтика или мечтателя, которому бы хотелось так, хотелось то, он и то хочет, и все. Будет еще какой-нибудь, может быть, или нытик, или еще что-то. По-разному. Ну, в общем, эту кашу можно потом даже систематизировать, группировать. Но то, что это каша, это очевидно. Просто каша. Ум скачет, как блоха, с одного на другое, с одного на другое. И лишь иллюзия создается, ну, какое-то, что это как-то вот постоянно, устойчиво, что-то такое нормуль. Не, это просто хаос. И даже если мы не осознаем этого, когда появляется что-то более упорядоченное, какая-то система, вот, есть же не только, да, про плоскую землю, а есть
ну, то, что как там, что мы там под стеклянным куполом живем, что деревья были вот эти гигантские, керамические, или какие там, что вот это горы, скалы, это пни от них спилены великой другой цивилизации. И все это так с фотографиями, с примерами. Вот посмотрите, ученые говорят, что это лава, а вот здесь она как в виде сот, да, шестиугольная. Явно что-то не так. И когда собрано в одном месте, таких, знаете, миллион предложений, систематизированные, упорядоченные, человек вдруг с этим сталкивается, но он чувствует давление, он чувствует силу. Как если ты маленький, а тебя взрослый ткнул. Толкнул, да, у него такая сила, что ты сразу упал. То же самое. И это единственная причина, почему на самом деле «Война и мир» Льва Толстого, она так популярна и признана серьезным романом. Понятно, что она отражает свою эпоху, там, персонажи, то все. Но в целом даже сам Лев Толстой говорил, что это, ну, худшее его произведение. Ему стыдно, что он это написал. Безусловно, он лукавил, знаете, тоже хитрил. Если ты считаешь это реально таким дерьмом, а он так и говорил, что это полное дерьмо, которое надо уничтожить, так ты продвигай это, да? Ты говори, ну да, издатели печатают, но люди, не читайте. Пиши раз в год статью. Как Карфаген должен быть разрушен, да, моя «Война и мир» должна быть уничтожена. Или, по крайней мере, знайте, запомните, что я против этого романа. Это полное говнище, не надо его в школе изучать, преподавать. Я понимаю, что вам может казаться не так, но поверьте мне, вот если я вам дорог как писатель, вы хотите знать мое мнение, этот роман говнище. Так он и говорил, но это, знаете, так, в кулуарах. Не слишком он настойчиво это говорил. Раз уж навалил ты такую кучу, да, как мамонт, ну так давай, потрудись. Не вскользь об этом упоминаешь, что это фигня. Ну, я уже в каком-то из видео об этом говорил, что вот рассказ Алешеньки или как-то так, да, он уже всего на две страницы написал, где целая жизнь человека описана. Он стремился, конечно, к простоте, к выразительности, он понимал, что он погорячился с «Войной и миром». Но людей это впечатляет. Ничего себе, человек такую сел и такую гору текста навалил. 4 тома. Это, за этим явно что-то есть. Обычный человек не может так сделать. Тем более, это что там упорядочено, да, сюжет и так далее. А это куда более сложная работа, чем все эти про плоские земли. Но вот как это действует на подсознание, на бессознательное. Тебя удивляет это. Именно поэтому, вы знаете, многим непонятно. Вот, допустим, Виссарион выдает себя за Иисуса Христа. Или сам верит, да, там, ну, обычный прапорщик, допустим, кукушкой поехал. Может, мошенник, а может, правда, поехал кукушкой. И таких, как он, немало, да. И вокруг них возникают даже прям движения, организации, секты. Много людей верит этому. И даже таких вот, у того же Виссариона, вот это как это, ну, певица, нормальная такая женщина. Вот у нее песня известная была в 90-х, по-моему. «Мальчик мой, музыка дождя скажет мне, что с тобой». Она ж тоже там в этой, вообще не Виссариона жила. Я даже знал одного теософа, который одобрял Виссариона. Говорил, да, естественно, я не согласен, что он Христос, но отличный мужик. И отличные наработочки общинные там у них. Ну как так? Ну как так? Почему эти тысячи и тысячи людей вот в это поверили? Знаете, он что, может быть, это какой-то гипноз? Может, им что-то в чай подмешивают? Может быть, у этого Виссариона нереально какая-то харизма? Да нет, посмотрите на него. Реально, как был прапором, так и остался. Какая там харизма? Человек едва-едва слова связывает друг с другом. Какая там харизма? Нет, вот я небольшой специалист в психиатрии, поэтому могу какие-то термины путать, но смысл я передам правильно. Есть такое понятие, что-то вроде шизофренического бреда. И рассматривается его замкнутость. То любой такой бред, например, вот любого даже шизофреника, он внутри по своей структуре крайне логичен. В его мире все сходится. Поэтому его сложно из этого вытянуть. Пример. Точно не помню кто, я думаю, что это
из лечебной практики Эриксона. Это был такой психиатр. Он, в частности, с гипнозом хорошо работал. Одаренный, безусловно, человек. То есть он мог, буквально не погружая в полный гипноз человека, такой, знаете, легкая форма гипноза, когда человек остается в сознании, но ты ему как наводку можешь дать. Даю наводку. Что, например, он мог как-то напугать даже пациента. Довести пациента до того, что пациенту реально уже казалось, что там рядом тигр где-то. Сейчас прям на него набросится. И в его, кажется, практике был один пациент, который себя Иисусом Христом считал. И понимаете, вылечить такого человека, да, наверное, нереально. Но это же психиатрия, психиатр, мы должны искать подходы. Мы же как бы за гуманизм. Надо понять, как вообще с таким человеком можно начать взаимодействовать. Вот как с ним вообще выстроить мост общения? Понятно, что можно в его игру играть, да? Раз он Христос, ну, а я твоим учеником буду, да? Ролевые игры играть. Но задача-то психиатра как-то попытаться его связать с реальным миром. Этот человек живет в мире вымысла, собственного вымысла. И Эриксон, сколько не общался с ним, все более и более убеждался, что этот вымысел крайне логичен именно внутри себя. Это замкнутый. То есть поначалу кажется, надо найти слабое место. Да? Это же просто человек вымышляет. Где-то будет сейчас несостыковка, на чем его можно подловить и указать ему. Ну вот, ты же видишь, да? Вот, все указывает, что ты, допустим, не Христос. А на поверку оказывается, что нет. Там ум или на ходу достраивает, или еще что-то. Это похоже как на сны. Ум тут же творит. Удивительные такие структуры по своей логичности. И это шизофренический бред, он замкнут. Ты пытаешься, а так, а у этого человека, знаете, всегда какой-то ответ найдется. Может быть, для нас он кажется каким-то диким, но все логично. И ты не можешь подъехать. Ну, замкнут, ты не можешь попасть в этот мир. Вот, этот человек живет в своем мире, где он Иисус Христос, и ты никак не можешь попасть в этот мир. Ты можешь подыграть ему, но найти вот то место, где получится взаимодействие с реальностью. Вот задача психиатра. И вот в случае с этим Иисусом Христом Эриксон хороший нашел выход. Он долго думал, но не понимал, как же, блин, с какой стороны ты подъехать. А потом у него там то ли в этой в больнице или в поликлинике табуретка сломалась. Или там стульчик, да, стул сломался. И бинго, идея. Он подходит к этому Иисусу Христу, говорит, слушай, у меня тут стул сломался, а я слышал, ты неплохой плотник, да? Потому что тот многое знал. Разные могут быть Иисусы Христосы. Этот именно знал всю историю Иисуса. Тот, кто себя считал Иисусом. Поэтому он, конечно, знал, что отец его Иосиф, да, этот плотник, и сам он плотницким делом. И я не знаю, дальше я не читал продолжение этой истории. Я не знаю, как там у них дальше сложилось. Реально ли тот умел плотницкое дело делать или нет. Но, ну, в любом случае, что там, это же несложно, да, стулом заняться. Но Эриксон именно нашел такой путь взаимодействия с пациентом, который и на реальность завязан. Да, ну вот Иисус Христос поможет ему стул отремонтировать. А там уже заодно выяснится, насколько хороший он плотник. Можно будет поговорить, да, что отец не очень, да, объяснил, как такие стулья ремонтировать. Как-то так. Но вот на что я хотел внимание обратить. Такие системы, даже шизофренические, они могут быть очень логичны. Ну, как правило, они и есть логичны. Они очень упорядочены. Такого рода шизой тоже, знаете, это как есть в психологии выражение, что комплекс Наполеона еще заслужить надо. Что не каждый человек может иметь комплекс Наполеона. Ну, то есть, когда он подсознательно считает себя прям просто суперстар. Как правило, за этим действительно что-то скрывается. Какой-то, может быть, талант нереализованный, нераскрытый. Какой-то потенциал действительно в этом человеке есть. Что в общем-то, он, может быть, мог бы мини-Наполеоном быть. Просто это пока как-то не проявилось и вот приняло такие болезненные формы. Что-то у него не получилось там в жизни, что-то не так сложилось. А ощущение, что вот он
То есть это просто деформированное ощущение, что что-то должно быть выражено, что-то человек должен был как сделать, да, будто бы для нас всех с вами, например. Какое-то дело, какой-то талант выразить. Но он это, у него есть даже на это силы внутри, есть как на это энергия, но он этого не сделал, и теперь все уходит просто, что он ходит, на всех смотрит как на говно. Так и здесь, такой шизофренический бред, конечно, совсем олень не может создать. Он будет что-то простое создавать, вот как Виссарион, да? А какие-то прям такие, ого-го, фантастические книги. Это работа интеллекта. Поэтому, когда рядовой гражданин с кашей в мозгах, с хаосом, даже если он этого не понимает, что у него там каша, встречает очередную теорию, где раз, раз, и какие-то как логические факты, даже, может быть, псевдофакты, фейки, да, это начинает его убеждать, потому что как так? Раз, раз, и тут все сходится, да, на его глазах как начинает это лабиринт проходить, мозаика собираться, и это чарует его. Потому что подсознательно такой владелец каши в голове, он все-таки стремится к упорядоченности. Ему хочется, ну, он чувствует от этого стеснение в жизни. Что когда не знаешь, за что хвататься, еще что-то, он понимает силу рациональности, силу упорядоченности. Это чарует, противоположность чарует. И здесь все тогда на его глазах так чудесным образом раз, раз. Ну все сходится, ребят, все сходится. И вот, в частности, плоская земля, да, ну все сходится, да-да-да. Да-да, реально все плоско. Посмотрите на горизонт. Ну точно. А почему, естественно, я о самой плоской земле, я даже не буду разбирать ни аргументы, ни контраргументы, потому что это бесполезно. Как вы Иисусу Христу объясните, что он Иисус Христос? Ну, тубареточку только ему дать, еще что-то. Это того не стоит. То есть люди тратят свое время, пытаются научно пояснить, найти ошибки. Ну, обе стороны этим занимаются. Тратят колоссальную энергию. Но это все бессмысленно. Может быть, Иисус Христос и поможет вам ту бареточку сделать, но он все равно Иисусом Христом останется. Так вот, конечно, если задумываться об аргументах, ну, зачастую там люди слишком просто необразованные, пропустили всю школьную программу, и нет даже общего языка для взаимопонимания. То есть многие реально считают, что если пушка выстрелила, да, а то раз планета крутится, то пушка должна провернуться, а ядро должно упасть там где-то, ну, если она точно над собой выстрелила, где-то попозже. Ну, совершенно люди просто необразованные. Поэтому как ты с таким будешь вообще разговаривать о чем? А там уже как все, шизофрения. Там на каждый твой аргумент найдется контраргумент. Почему день-ночь? Потому что это вот этот искусственный там фонарик летает над диском плоской земли. И прочее, и прочее, и прочее. Единственное, что вот от себя, чтобы я мог добавить, да, какой аргумент. Ну, естественно, недоступный сторонникам плоской земли. Когда вот я на радиофизике учился, это же все вот работа инженеров. Вот передать сигнал, да, вот радиочастоты, передать. Нам надо передать сигнал. Вот из России, допустим, да, в Америку. Есть разный сигнал. Вот сотовый телефон, да, мы можем позвонить, мобильная связь. Можно связываться, знаете, как радио, помните, если старые там были? СВЧ, да, ультракороткие волны, короткие волны, средние волны. И вот разные волны, они имеют разную способность распространения. Какие-то волны способны как прям огибать Землю, какие-то отражаются. Они в атмосферу, допустим, да, и от нее отражаются, ну, там миражи вот так в пустыне, да, распространяются. И переотражаются. Еще как-то. И вот радиофизики все это учитывают. Когда нам нужно передать определенный сигнал, например, тот, который не в силах вот, не отразиться удобным нам способом, не обогнуть планету, учитывая, что она круглая, ну, округлая. И тогда ставятся вышки. Нам надо поставить высокие какие-то вышки и от одной вышки к другой передавать, чтобы учитывая... Ну, давайте я нарисую. Вот, Земля огромная, да, но радиус он небольшой. Но это не прямая.
И вот если мы вот здесь вот вышку поставим, и вот здесь, то будет ли между ними прямая? Ну да, вот в моем случае получилось, я, конечно, нарисовал криво, но понятно, да, что если мы уже вот здесь третью вышку поставим, то это сможет опять передать сигнал. А вот если бы этой вышки не было, то все, сигнал как в землю уткнется или полетит там в атмосферу, ну все, затеряется. Мы его не передадим до этой вышки, до следующей. А строить такие вышки, подавать там на них питание, да, чтобы у них там передатчик, приемник был, это деньги. Это медные кабеля, это металл, это деньги. Поэтому инженер решает всегда задачу. Задачи на производные. Нужно рассчитать, так решить, решается уравнение, которое покажет, на каком расстоянии и какой высоты и формы лучше сделать эти вышки, чтобы сигнал передавался качественно, а расход материалов необходимых для всего этого, ну, чтобы это все это воспроизвести, сделать, построить, был минимальным. Это всего касается, что окружает нас. Сейчас, конечно, как эти торговцы поняли, что зачастую человек готов заплатить, допустим, ну, консервы, да? Раньше, помните, были просто стандартные банки консервные, разных видов, высокие, низкие. Почему вот они такой формы? Это тоже рассчитано инженерами, чтобы банка вмещала как можно больше, и при этом как можно меньше металла требовалось на ее воспроизводство. И удобнее, чтобы листы было нарезать при производстве банки. Но потом, конечно, торговцы поняли, что зачастую наоборот, всем уже приелись круглые банки. Если мы будем делать какие-нибудь квадратные, плоские, интересные формы банки, то люди будут за это платить. И ну и что ее производство дороже стоит? Но если с точки зрения экономии ресурсов подходить, то это задача, обычная задача, физическая задача. Таким образом, чтобы рассчитать, вот сколько нужно таких вышек, какой они высоты, на какое расстояние их поставить, решается задача, решается уравнение, которое, конечно, учитывает радиус. Поэтому сторонники плоской Земли, которые считают, что все это заговор, да, это заговор, нас держат в неведении, нас обманывают, это все эксперименты. Они по своей необразованности даже не понимают, насколько этот заговор велик. В этом заговоре участвуют не просто там сильные миры сего, правительства, военные, и миллионы инженеров, все, кто связан со связью масломасляной. Просто миллионы людей. Или их каждого держат в неведении, да, чтобы они решали эти уравнения, строили, всего этого не понимали. Все, такие средства, такие целые организации. Так что заговор катастрофических масштабов. Получается, в конечном счете, все человечество участвует в этом заговоре, кроме бедных вот этих, ну, кто в плоскую землю верит. Представляете, какие силы нужно контролировать? Миллионы человек, тех же инженеров, чтобы они не проболтались. Или чтобы они, решая все эти уравнения, задачи, не догадались, что все это строительство, это все для поддержания иллюзии. Строим, металл льем, делаем миллионы вышек, учитываем там распространение сигнала. Все это просто, чтобы никто не догадался. Чтобы, то есть мы создаем инженеров, обучаем их, говорим им, как решать задачи, заставляем их верить, что Земля шарообразная, только для того, чтобы эти же сами инженеры в это верили. Ведь остальные люди даже не понимают, как там, что какой сигнал распространяется, какие-то вышки, о чем. Да, получается, это нам нужно вырастить этих инженеров, чтобы они сами себя обманывали. Зачем нам тогда вообще было их создавать? Вот. Нереальной мощи шизофренический бред, очень логичный, возникает. Поэтому, поскольку на канале мы часто разбираем всякие системы, там, или оккультные, или эзотерические, или вот, ну, всякие эти тренинги, шменинги. Вот что вы запомните. Ту же концепцию общественной безопасности. Она на многих людей, вот я же объяснил, да, в видео про канцелярит, показал, что ничего в концепции общественной безопасности сложного нет. Это сложный язык, ну, в кавычках сложный.
что просто написано через жопу, не русским языком, антирусским языком написано, о русском языке. И вся тайна. Окончается все, естественно, как соборностью, богодержавностью, да, богом-творцом, по сути. Но на людей это производит впечатление. Во-первых, написано якобы умным языком. Ну, обычным канцеляритом, которым пишутся все доклады да рефераты для отчетности, особенно в советское время. Да и сейчас эта болезнь уже глубоко проникла в русский язык. Но это якобы за ум, якобы. Она, ну, ни хрена себе. То есть человек, когда слышит что-то непонятное, как это и вся эзотерика работает, человек понимает, что, ох, ничего себе, я уже потерялся, где там, кто чей логос, где какая там Маха-Манвантара, какие там круги, какая подраса, там раса, подраса, да, арийская, там атланты, лемурийцы. Я уже потерялся. Так, подожди, китайцы, японцы, это кто? А, это четвертая раса, это не арийцы. А, это остатки седьмой субрасы четвертой расы. А, японцы, нет, японцы, это квинтэссенция этих. Так, так, кажется, я понял. Так сейчас какой круг, пятый или четвертый? А, четвертый. Вот, это человека чарует. Просто чарует. И, безусловно, такая система может быть и реальной. Да? То же самое современная наука. То есть тоже очень непросто. Там, квантовая физика, да? Ну, квант-мех, матан, математический анализ, да? Аналитическая геометрия. Это же тоже, да, все не орешки в сахаре. Поэтому мы сейчас не говорим, что раз что-то вот упорядочено и стройно, то значит это точно лажа и шизофренический бред. Нет. Я объясняю, как легко сманипулировать, как легко сделать фейк. Ты просто берешь что угодно, хоть из своей головы, и более-менее логично это излагаешь. Пытаешься привести какие-то там доказательства, даже, может быть, смешные. И все, и это пойдет. Это найдутся немало людей, кого это убедит. А почему это сработает, да, истинная причина вкратце? Потому что в большинстве голов хаос, каша. И как только на горизонте появляется что-то хоть немного более упорядоченное, хотя бы по виду, все, это производит впечатление, что это что-то такое, ну, крутое. Вот, давайте на этом закончим это видео. Больше с меня плоской земли хватит. Спасибо за просмотр. До новых видео.